разрушений, о которых не умолкает, твердят средства массовой информации Запада, нет. А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкает, твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач, целые. Элементом при проведении работ на Чернобыльской АЭС является безусловная гарантия здоровья всех, кто здесь трудится. Для этого ведется постоянный дозиметрический контроль. Вы видите редчайшие камни. Это пятна раскаленной графитовой кладки. Их высокая температура способствовала сильному восходящему потоку, а с ними шахты реактора выносились радиоактивные частицы.